В Петербурге пешеход с обостренным чувством справедливости наказал водителя, который, по его мнению, виноват в аварии. Вот кадры того, как все случилось. Хозяин перевернувшегося автомобиля сам выбрался из салона. Он был предельно спокоен и не собирался выяснять отношения. А вот очевидец, выгуливший неподалеку собаку, возмутился до глубины души и даже пришел в бешенство. Сначала он толкнул вероятного виновника ДТП, а потом еще и отвесил ему подзатыльник, посоветовав, как следует выучить правила дорожного движения.